На прошлой неделе начались рейды по несанкционированным торговым точкам, организованные сотрудниками администрации города совместно с участковыми ОМВД. Первый рейд прошел на территории, прилегающей к остановке строительной техникум, а второй продолжился на остановке Гагарина. На тротуарах продавцы организовали незаконную торговлю текстильными товарами, детскими игрушками, а также овощами и фруктами, кондитерскими изделиями. В ходе проверки выяснилось, что у большинства продавцов отсутствуют не только разрешительные документы, но и сертификаты, лицензии, подтверждающие качество продаваемых изделий. По информации отдела потребительского рынка и услуг, разрешительные документы на размещение торговых точек не выдавались. Следовательно, эти продавцы занимаются нелегальной торговлей и подвергают опасности жизни покупателей, так как не соблюдают санитарных норм. Получить разрешение на торговлю несложно. Определен перечень мест, где можно торговать в нестационарных объектах. Тем не менее, одеждой и продуктами торговать запрещено. Такая продукция должна реализовываться в магазинах со всеми условиями примерок. По словам инспектора Госветнадзора, в точках несанкционированной торговли не соблюдаются нормы, предусмотренные законодательством. Руководство административной комиссии города Новотроицка отмечает необходимость борьбы с нелегальными предпринимателями, которые не только нарушают целый ряд законов, но и ведут теневой бизнес, продавая товары сомнительного качества на самовольных объектах. Проблема незаконной торговли становится более актуальной, особенно в летнее время. Административная комиссия города Новотроицка планирует выезжать на подобные рейды регулярно в течение всего летнего периода.